сегодня мы подвозили два полка и два батальона, которые уже подготовлены на все 100%, но они готовы уже выехать на проведение специальной операции. И они всегда были лучшими, да, мы выбирали лучше. Поэтому я не завидую, да, украинским шайтанам, да, что им мало не прокатится. Да, мы отправляем каждый раз новое подразделение, а эти подразделения особо хочу подчеркнуть. Мы очень на них внимание обратили, и они очень сильно подготовлены. Дух боевой, я боюсь, что начнут переговоры, да, и остановят военные, да, события, которые происходят на территории проведения СВО. Потому что они убивали наших братьев, они стреляли по нашим городам, они убивали наших граждан. И поэтому у них одна, да, направление, да, это под землей. Да, поэтому я уверен, что Россия не сядет за стол переговоров, да, пока, да, они не подпишут все бумаги. Да, надо забрать Одессу, забрать, надо Харьков забрать, надо все основные территории, потом последующим, да, все документы, которые необходимы для нашего государства, Украина должна подписать. И, а Зеленскому, да, мы дадим хорошую роль, да, он КВН хорошо играет, или актерское мастерство, там, он может выехать из-за границу Америку, там, и выиграть там Оскар, там, потому что он очень хорошо сыграл свою роль, которую ему поручили западные европейские спецслужбы.